Казалось бы, просто стенд с фотографиями. Но это далеко не так. За каждой из фотокарточек скрыта целая история. История жизни и победы в Великой Отечественной. На протяжении нескольких недель ребята из кружка фотостудии, основанной на базе Дворца детско-юношеского творчества, демонстрировали свои работы сверстникам, родителям и ветеранам. Мы не могли пройти мимо этой даты. И дети, которые занимаются в наших объединениях, участвуют в различных конкурсах, различных выставках изобразительного творчества, прикладного творчества. Вот. И, в частности, вот не так давно у нас прошел конкурс семейной фотохроники. Мероприятие, посвященное 70-летию Победы, по праву можно считать уникальным. Ведь здесь рассказаны настоящие семейные истории о тех, кто воевал, кто работал в тылу. Все это собрано в очерках, эссе, воспоминаниях с фотографиями. Вот вспоминается вот фотография еще на фоне Рейхстага. Там вот стоят на фоне разбитого Рейхстага двое мужчин, и на обороте этой фотографии, значит, надпись вот, на память дорогой доченьки вот, Владлене, вот, учись хорошо и будь полезной своей стране. Побольше бы таких ребят, подводит итог Галина Леонова. А ведь и правда, только от будущего поколения зависит сохранность всех архивных материалов. Ведь это память. Вечная память о тех, кто даровал нам мирное небо над головой. Раду Гурдиш, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение.